Приветствую вас, любители сада. Гуляя по Кишиневу, увидела несколько акцентов, привлекших мое внимание. Предлагаю использовать эти моменты в декоре своего участка. А здесь вообще поразили, представляете, деревянная корыта, которая когда-то была использована прачками, теперь служит кашпо и прекрасно оформляет участок. Что мы обычно делаем со старыми изделиями? Выкидываем. А здесь нет, применили. И эти деревья, я понимаю, что их все время нужно окультуривать, стричь, но до чего же красиво оформить вот так небольшую лужайку. И не надо много растений. Посмотрите, здесь три представителя, и смотрятся они очень красиво. Советую воспользоваться таким фитодизайном у себя на дачном участке, на садовом участке. Прекрасное оформление. Жду ваших откликов. Понравилось ли такое оформление из трех элементов? Обычно мы сажаем, сажаем и становимся ненасытными. Всего доброго! С вами Екатерина. Молдова, улица Кишинева, октябрь 2021 года.